нет эпицентра, как вам говорят. Слушай, что нас... она кричит на тебя? Слушай, это ты, жена у тебя какая-то это? Он это, он меня за целый день задрал уже. Ну, просто вот слышал, он меня бесит уже. Иди работай, блин, в отпуск он вышел, блин. Сидишь, ты бесишь жену. Иди работай, козел, блин. Вот и я ему говорю, слышишь ты, козел, иди работай, блин. Иди собирай мебель, блин. Сидишь, бесишь жену здесь. Не-не-не, я свои 9 месяцев мебель отсобирал, хватит. 9 месяцев и все, да? Он что, на пенсию вышел, что ли, я не понял? В отпуск на 2 недели, блядь. Какой отпуск, блин? Денег не хватает, блин, иди работай, блин, сидишь. Да, блин, спасибо. Вот. Правильно. До свидания. А там что, по закону... стоять, какое до свидания? Я не закончил с тобой разговор. Очаков ТВ представляет. Здрасте. Откуда будем? Здрасте. Я из Калифорнии, а вы откуда? О, Калифорния. Мы росли в Санкт-Петербург. Не повезло вам. Почему это? Это вам не повезло. Почему? А, вам не повезло почему? Потому что у вас президент шизофреник. Байден. А почему Байден шизофреник? В чем выражается его шизофреничность? Вы вообще здоровы? Он здоровается с привидениями. С привидениями здоровается. Это как? Ну, подождите, вы думаете, я от этого стал хуже жить? Что он, я не знаю, что вы имеете в виду. Ну, пускай он даже здоровается с привидениями, и что? Вам все равно. А вы откуда вообще? Так нет, вы думаете, смотрите, вы думаете, я от этого стал хуже жить? А вы вообще где родились? Я родился в России. В России где? В Сибири. Круто. В Сибири где? В Новосибирске. Новосибирск. Круто. И вот вы считаете, что вот этот президент США, да? То есть он адекватный. А вы откуда? Санкт-Петербург. А, вы же сказали. Да. А как вас зовут? Меня зовут Владимир. Я-то познакомился с Александром. А вы знаете, в чем разница между вот американскими людьми и россиянами, да? Давай. Тем, что американцы довольны своей жизнью и всегда недовольны президентом. Всегда. А россияне наоборот. Недовольны своей жизнью, потому что живут в дерьме, но всегда довольны президентом. Вам не кажется это странно? У нас хороший президент. И жизнь хорошая у нас. Да, мы не жалуемся. Жизнь реально. Хорошая. Слушайте, подождите, я понял, вы кем работаете? Я? Да. Давайте так, я свои 70 тысяч рублей зарабатываю. 70 тысяч рублей, ну хорошо, давайте скажем, что это там, грубо говоря, $1000, да? И я твои 90 тысяч рублей зарабатываю. Хорошо, то есть вы зарабатываете на двоих $2000. Вам достаточно это, чтобы хорошо жить? Да, вполне. То есть вас такая убогая жизнь реально устраивает, да? Ну, убогая. А почему ты считаешь, что убогая? А вот ты сидишь вот на своем месте, да? Слушай, подожди, а ты кем работаешь? Ну, профессия у тебя какая? Я не хочу тебе говорить профессию. То есть ты стесняешься? Зачем? Ты осенизатор, что ли? Золотарь кто-то? Сборщик мебели. Мебелью занимаюсь. Ну, а что ты стесняешься этого? Не, ну просто ты сейчас начнешь какую-то молоть фигню, а я тебя пошлю нахуй. Ну, как бы, зачем он? Ну, не посылай, я ж тебя не заставляю посылать. Ну, слушай, сборщик мебели, а ты собираешь мебель из где? Откуда она приходит вам? То, из чего вы ее собираете? По-разному. Ну, откуда? Из Китая? Да. Из Китая? Я не знаю, откуда поставки приходят.
То есть, слушай, у тебя не уменьшилась работа вот с началом войны вот этой широкомасштабной? Нет, люди заказывают кухню, все в порядке. Все нормально, да? Слушай, а еще такой вопрос. Цены у вас в магазинах как, не выросли за последние пару месяцев? Не сильно. Выросли. Выросли, но немного. Смотри, в Германии выросли на с 4 до 10 долларов. У нас выросло на 10 рублей. Это что? Это что? О каком продукте мы говорим? Масло сливочное, ой, масло подсолнечное, хлеб там. У нас батон 15 рублей. Как стоило, так и стоит. Нам похеру. Масло так стоило 100 рублей, так 107 сейчас будет стоить. Ну, чего? Как вы думаете? То есть вы думаете, что вы чем дальше, тем больше будете процветать, да? Да, да, естественно. А что? Я не понимаю, в чем прикол. Да не прикол, это же простой вопрос. Чего вы так... Не-не-не. Воспринимаете это как-то в штыки? Я же вам задаю простые вопросы. Не-не-не, какие штыки? Мы так и говорим. У нас нет... Ну а как вы думаете, вот эти санкции, которые на вас весь мир накладывает, которые еще не начали действовать? Джибли! Нет таких цен, как вам говорят. Слушай, что она кричит на тебя? Слушай, это жена у тебя какая-то это? Он это, он меня за целый день задрал уже. Ну, просто в отпуск вышел, он меня бесит уже. Иди работай, блин, в отпуск он вышел, блин. Сиди, что бесишь жену. Иди работай, козел, блин. Вот и я ему говорю, слышишь ты, козел, иди работай, блин. Иди собирай мебель, блин. Сидишь, бесишь жену здесь. Не-не-не. Я свои 9 месяцев мебель собирал, хватит. 9 месяцев и все, да? Он что, на пенсию вышел, что ли, я не понял? В отпуск на 2 недели, блядь. Какой отпуск, блин? Денег не хватает, блин, иди работай, блин, сидишь. Да, блин, спасибо. Вот. Правильно. До свидания. А там есть закон. Стоять! Какое до свидания? Я не закончил с тобой разговор. До свидания. Не-не-не, я правильно. Жене скажешь до свидания, когда на работу выйдешь, блин. Сидишь тут, блин. Бухаешь, блин, рассказываешь сказки мне на камеру. А ты ебашишь там, я так понимаю, не уходя вообще. Да. Все. Там кто-то кого-то убил. По-моему, это она его. Вы поняли, да? Лайк, все ставим лайк. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из какого города? Улан-Удэ? Нет, я из Якутии. А, вы из Якутии. Ничего себе. Вы настоящая якутка, да? Да. Круто. Республика Саха-Якутия. Знаю, знаю такую. Вы где, на севере живете вашей республики или где? А, я сейчас отдыхаю в Сочи. Но я из Якутска, города Якутска. Я знаю. Да вы постоянно в Якутске, да, живете вообще? Да. Прикольно. Слушайте, а чего вы в Крым не поехали? В Крыму же, ну, как бы, дешевле, чем в Сочи, мне говорили. Ну, и не знаю, извините, я не туда... Я вот хочу поехать туда вот в следующий раз. Я до этого была в Геленджике, до этого в Москве, до этого, ну, вот, путешествовала по-разному, как бы. А Крым у меня вот следующее. Ну, до этого у меня есть... В Таджикистан хочу поехать. Ну, а следующее, следующее это когда вы имеете в виду? В следующем году в Крым? Ну, следующее, я не знаю, у меня вот, я вот еду раз в полгода, допустим, да, вот в следующий раз в Таджикистан, ну да, полгода.
А, то есть через полгода вы собираетесь в Крым, да, приблизительно? Да, в следующий раз поеду туда. А, не, просто дело в том, что через полгода, может быть, уже поздно. В это время там как раз будут выбивать российские войска, поэтому там, я думаю, будет не до отдыха, вы знаете. Я думаю, что... А вы правда верите в это, да? В то, что Украина выбьет со своих территорий Россию, конечно. Я, да. это, я не верю, я это знаю. Правда? Конечно, конечно. А я вот точно знаю, что ничего этого не будет. А на чем основано ваше, на чем основано ваше точное знание? Ну, на, то, вашей, что... на вере в победу, да? Не то чтобы я верю, просто у России есть такие оружия. Ну, вы знаете, да? Какие оружия есть в России? Какие оружия есть в России? Ну, ядерные бомбы хотя бы. Если она захочет, она может туда вот, и ничего не будет. Она же просто вот... Почему у нас ну, медленно проходит, да, допустим, если можно так сказать? Потому что оно и хотят мирных жителей убивать. А почему же тогда стерли с лица земли города? Многие уже какие города? Какие города? Мариуполь, Волноваха, Буча. Много городов. Харьков на 20% уничтожили. Если вы не хотите убивать мирных, почему же вы вместе с этими мирными людьми стираете города с лица земли? Нет, города с лица земли не стерты. Них. Вам показать сейчас, как выглядит Мариуполь сегодня, нет? Я видела. Его просто нету. Как же вы говорите, что он не стерт с лица земли тогда? Потому что там люди есть, там все нормально, как бы вроде бы. Ну, более-менее. Так все скажу, нормально, если да. он весь полностью нет, разрушен? Нет, там не все нормально, да. Я извиняюсь за эти слова, конечно, там не все нормально. Там бомбы летят, там вот обстреливают, я прекрасно это понимаю. Но там, как было, ну... Она не захотела, это она нажала, она убежала, не захотела она дальше говорить. А мне было очень интересно ход ее мыслей. Как она будет выкручиваться из этой ситуации? Нет, мы никого не убиваем, никого не разрушаем. Ну да, да, Мариуполь не существует, но там летят бомбы. Поэтому вот я вот не знаю, что сказать, поэтому я нажму лучше кнопочку дальше. Это жительница Якутска. Якутск это, блин, туда, к Дальнему Востоку, республика Саха. Это на отшибе практически России. Но Якутск это как бы, ну, город, столица Якутии. Люди вроде должны быть хоть чуть-чуть более продвинуты. Ну, а насчет Крыма я не шучу. Хочешь в Крым сейчас съезди вон там на недельку, и то не гарантированно, и все. А через полгода, я думаю, что все, поездки в Крым ваши закончатся.